1 000 000 рублей. Итальянская налоговая полиция сегодня пришла в офис ведущих футбольных клубов страны. В офисах 18 команд серии А прошли обыски в связи с подозрениями на финансовые и налоговые махинации. Продолжит Наталья Калугина. Почти традиционно под подозрение попали Милан, Ювентус и Лацио. К слову, в первой операции «Чистые ноги», которая проходила в 2006 году, больше всех и пострадал Ювентус, не только лишившийся титула национального чемпионата, но и вылетевший в низшие дивизионы. А тренировал в то время команду как раз Фабио Капелло, ныне возглавляющий сборную России. Справедливости ради надо отметить, что помимо команд высшего дивизиона, обыскивали также офисы 11 клубов серии «Б» и 12 низших дивизионов. На этот раз полиция искала не свидетельства договорников, а документы, в которых есть факт уклонения от уплаты налогов и махинаций в сфере трансфера. Особое внимание было уделено деятельности агентов Алехандро Мансони и Алессандро Моджи. Последний уже был дисквалифицирован на несколько лет за то, что обещал устроить футболистов, имеющих своих агентов, в Ювентус, когда в старой сеньоре в должности генерального директора работал его отец. Ордер на обыске был выписан в Неаполе, который постановил провести тщательное расследование. Впервые правоохранительные органы Италии вмешались в деятельность футбольных клубов в 2006 году, когда были выявлены факты по арбитрам, осудивших матчи в серии А. Продолжим новости через минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Андрей Гаврилов. Обустроенный сквер длиной почти по 200 метров. Он ведет к одной из гостиниц неподалеку от Ленинградского проспекта. Улица, на которой сквер расположен, будет называться именем команданта Венесуэлы и Красного Уга. Название решили присвоить проектируемому проезду в Хорошевском районе на севере Москвы, отмечает РИА. О появлении улицы в честь президента Венесуэлы, который ушел из жизни в марте 2020 года,